Приветствую вас, Инна. Немножечко сумбурно, мне кажется, получился, немного сумбурным получился ваш текст, немного сумбурным получился ваш вопрос к специалисту. Вот. И тут, собственно, много всего, да, здесь. Вы пытаетесь узнать, что у мужчины к вам, да, то есть и в отношениях вы хотите быть, ну, то есть вам хочется быть в отношениях. А вот и противоречивое поведение, то есть сверхмотивация быть мужчиной. И злость, то есть моя такая вот непоследовательность в поведении вас, естественно, также злит. То есть все очень много, всего очень много, и по-хорошему бы с вами поговорить и обо всем, как бы, ну, обо всем пораспросить у вас. Вот. Так получается, что вы забываете немножко о том, что психологи. Вот. Мы не занимаемся, как бы, ну, гаданием. Вот. А вы, ну, судя по тому, что пишете, да, да, вы хотели бы получить именно, ну, именно гадание вы хотели бы от нас получить. Вот мне кажется, что конкретно это ситуация, конкретно этот момент, он является деструктивным, потому что, ну, у вас могут быть ожидания изначально больше, чем они есть на самом деле. Вот. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы вы себя как-то вот обманывали, да, мне бы не хотелось это. Значит, смотрите, на что хотел бы обратить я ваше внимание, на то, что вы хотите увидеться, и что вы не понимаете в отношениях, да. И, собственно, хотите быть в отношениях. То есть вам хочется быть в отношениях. И вам почему-то нужен мужчина. Ну, почему-то для чего-то нужен мужчина. Вот. Ну, соответственно, я думаю, что для начала нужно разобраться именно в этом. Почему вам так важно быть в отношениях, и почему важно видеться больше, и какова природа вашей такой вот откровенной потребности в любви. То, что это есть, я думаю, вы, надеюсь, что вы не будете с этим спорить.
Потому что из-за данных аспектов вы не можете вести себя по отношению к мужчине, естественно. Вы не можете вести себя по отношению к мужчине адекватно, я имею в виду, соразмерно его соразмерно его отношению к вам. Вот, и, соответственно, в этом и заключается беда. Вот. Ну, ваша беда в этом заключается. В частности, вот, потому что вы и молодой человек, да, несколько по-разному воспринимаете отношения. Вот. Сейчас вы почему-то говорите, что он молодой и ничего не хочет, хотя вам по 23 года, вы сказали, то есть, следовательно, и вы тоже молоды, но вы почему-то чего-то хотите. А, то есть здесь вот есть такой в некоторой степени стереотип. Вот. В некоторой степени стереотип, и как бы есть какой-то, может быть, даже какой-то есть страх, что человек вас, может быть, бросит или что-то такое. То есть вот такая неуверенность в себе, да, имеет место быть, тревожность. Вот, ну и претензии в отношениях, такие вот определенные требования, это, конечно, не про любовь, да, это про, скорее, потребность что-то для себя получить в отношениях. Вот, ключевой момент только, что именно вы хотите получить для себя в отношениях, да, и, ну что и почему. Это важно. Дальше. Вот вы говорите, что ждете, что молодой человек вам напишет, да, ждете, что ждете его звонка, но при этом почему-то отказались от того, чтобы он вас провозил. Здесь есть явная такая вот непоследовательность ваших действий. Вот, есть какая-то такая судорожность, хаотичность, может быть, даже тревожность опять же. Вот. И вы говорите о том, что, с одной стороны, что вы ждали его звонка, весь день ждали его звонка. И это подводит нас к вопросу о том, почему вы ждете весь день звонка человека. То есть есть ли у вас ваши собственные интересы, есть ли у вас ваши собственные увлечения, да, что вы ждете, вот, позвонит вам мужчина или нет. Тут вот, как бы ваше собственное состояние и потребность влияют очень
сильно влияют, вероятно, на то, как вы воспринимаете себя и мужчину в контексте отношений. Вот. Отдельного пункта, конечно, заслуживает то, что вас объединяет с человеком. Вот. И объединяет ли вас вообще что-либо, потому что, ну, есть у меня вот такое смутное подозрение, что, вероятно, ничего с человеком вас не объединяет, кроме таких гендерных отношений, откровенно гендерных отношений, когда друг друга вы воспринимаете только как мужчину и женщину. Вот. Косвенно на это указывает то, что вы требуете от человека романтического свидания. Вот. Изначально вы хотите почувствовать себя женщиной. Вот. Вам это нужно. И здесь момент такой. Либо вы нуждаетесь в семье и хотите построить, ну, хотите семью, тогда нужно смотреть, для чего она вам нужна, почему акцент делается на семью, вот. Либо вы хотите просто чувствовать себя женщиной. И так получается, что чувствовать себя женщиной вы можете только вот с мужчиной. То есть сам по себе не можете, а вот с мужчиной можете. Вот. Ну, естественно, это сказывается опять же на том, как вы взаимодействуете со своим партнером, это сказывается. Сказывается так, что вы требуете от человека, что-то нарушает естественность отношений. Но вот, но самое главное, конечно, это то, что вы не нацелены на то, чтобы отдавать в отношениях, да, а хотите получать, и я не говорю о том, что это обязательно плохо, что вы хотите в отношениях именно получать. Вот, я не говорю, что это обязательно плохо. Но речь идет о том, что в отношениях нужно отдавать. Вот. И если вы не готовы отдавать в отношениях, то, возможно, вы не готовы к отношениям. Вот. Понимаете? А то получается, что вы с человеком встречаетесь месяц, вы уже как бы думаете там наперед, да, вы уже ну, по сути, ну, планируете будущее. Вот. Торопитесь. То есть, вот, это, конечно, не делает ваши отношения какими-то более такими, знаете, ну, более свободными, более спокойными, вот, не делает. Хотя, конечно, могло бы. Могло бы, если бы вы не
торопили бы события. Но то, что я говорю, не означает того, что вы не должны торопить события. То, что я говорю, означает, что у вас есть некоторые желания, которые мотивируют вас на то, чтобы это самое событие торопить. Идея заключается здесь в том, чтобы понять, какие это моменты, чтобы понять, какие это аспекты, чтобы понять, что мотивирует вас на то, чтобы чтобы понять, что мотивирует вас на то, чтобы действовать вот так, как вы действуете. Чтобы понять, какие ваши желания и потребности лежат в основе этого. И дабы иметь возможность вам помочь в решении этих самых проблем. Вот, чтобы они не влияли, условно говоря, на ваше взаимодействие с мужчиной. Вот. Я думаю, вот примерно такой ответ можно вам дать. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. По поводу того, что у мужчины к вам, я надеюсь, что вы отдаете себе отчет в том, сейчас, что на этот вопрос ответить нельзя. Потому что мы психологи, да, не читаем мысли других людей. Вот, я очень надеюсь на то, что вы для себя этот момент учтете и постараетесь в большей степени ориентироваться, может быть, на себя, вот, а не на другого человека, ну, не на мужчину. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я очень надеюсь, что выход из своей ситуации вы найдете. Всего самого доброго.